для старика. Друзья, всем привет! Это рубрика «Крымские травы», и я ваш покорный ведущий Максим. И вот сейчас я выступаю слово Маше. Маша, расскажи нам, что ты здесь собрала, где ты вообще находишься, кто ты такая и что это такое? Я нахожусь в селе, где у села Кипарисна, это тут, короче, сыреческий лагерь. Вот это, короче, трава, это эндемик крымский, то есть это растет только в Крыму на определенных местах. Мы его нарвали, короче, знаете, где? В заповеднике. Вот. Куда не попасть обычному человеку, но мы необычные, мы попали. Вот. Это называется крымская железница. Это, короче... Или крымский лимонник еще, да? Да. Это, короче говоря, мне сказали местные люди пьют траву для того, чтобы у мужиков стояло, либо чтобы женщины хотели. Вот. Короче, виагра. Вот это чабрец горный. Он только в горах растет. Что-то я думала, что мы еще много будем гулять, и поэтому я нарвала очень мало. Думала, мы еще нарвем. А потом бац, и горы кончились. Вот. Это лаванду, мы на лавандовых полях сегодня гуляли. Ну, я видел, как, когда ее много, как она смотрится. Ну, таких полей нету, потому что это специальный сайт. А это мы на диких полях, поэтому она растет там кустами. А вот это ментоловая мята. Она прямо в болоте произрастает, она намного ядренее, чем обычная мята. Мята такая? Прямо где лягушки квакали. Вот мы там же... Я там что, есть фиолетовые веточки, а есть зеленые? Зеленые это молодые еще просто, да? Ну да. То есть это необычная мята вот. А у тебя вот этот железняк с этим в перемешку, да? С чабрецом. А это что такое? Еще тоже зверобой чабрец? Маленько, зверобой вот. А, это зверобой. Вот, друзья, такая вот у нас рубрика. И там вот лагерь у нас стоит. Вот. Ну, это же другая рубрика, рубрика походы.